Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start. Дорогие Лина и Никита, поздравляем вас с этим замечательным праздником. Вы долго шли к нему. Желаем вам самое главное счастья и понимания, ну и терпения. Все остальное вы сами себе сделайте. Что этот день для любой девушки, для любой женщины, наверное, в мире считается и всегда воспринимается как самый-самый-самый трогательный, самый счастливый, самый радостный, самый желанный. И вот этот день настал в жизни моей дочери, моей любимой нашей дочери. Он настал, и он превзошел все ожидания, мне кажется. Она в ее глазах просто столько счастья, столько нежности, столько восторга, эмоций. Даже, ну извините за подробности, таксист это заметил, который ее сюда вез. Поэтому я хочу сказать, что видя все эти эмоции в ее глазах, я понимаю, что она счастлива, что она ждала этого момента, и она любит и любима. По-другому быть не может, иначе в другом случае женщина никогда не раскроется. Только тогда, когда она любима и любит. И вот этот день, он квинтэссенция, просто воплощение всех этих эмоций. Ну, это скрепа, это определенная печать. Печать в новую, счастливую, красивую, долгую, дружную жизнь. Она будет у вас интересной, она будет у вас легкой, беспроблемной. Вы будете купаться в любви и нежности друг к другу. А мы будем рядом и всегда будем помогать. Дорогие друзья, дорогие молодожены, мы рады видеть вас сегодня в этот счастливый и волнительный день. Мы все собрались, чтобы соединить узами брака двух прекрасных влюбленных, Никиту и Ангелину. От лица невесты и жениха хочу выразить вам благодарность за то, что вы сегодня здесь, и наша церемония начинается. Внимание! Встречайте бурными аплодисментами! Жених Никита! Смотрите направо! Еще поддержите его! Ну а сейчас наша замечательная невеста Ангелина в сопровождении отца Андрея Николаевича. Встречайте. Thank you.
дорогие влюбленные. Сегодняшний день долгожданный для многих и особенно для вас. И пусть то счастье, которое разделяем мы сейчас, прибудет с вами всегда. Относитесь друг к другу с уважением, не забывая о том, что связывает вас вместе. Берегите и защищайте друг друга. Будьте чуткими и добрыми. Теперь вам не будет страшен дождь, потому что всегда будет где укрыться. Теперь вы не будете чувствовать холод, потому что всегда будет кому согреть вас. Теперь для вас не будет одиночества, потому что вы всегда будете рядом друг с другом. Теперь вы вдвоем разделите одну жизнь. Поскольку вы, Никита и Ангелина, выразили желание вступить в законный брак, я должна спросить вас. Никита, берете ли вы Ангелину в свои законные жены? Да. Согласны ли вы любить, уважать и оберегать ее на протяжении всей вашей совместной жизни? Да. Ангелина, берете ли вы Никиту в свои законные мужья? Да, конечно. Согласны ли вы любить, уважать и оберегать его на протяжении всей вашей совместной жизни? Да. Вам нужно поставить свою подпись в акте регистрации брака. Сначала невеста. Жених. А сейчас еще один важный момент. Я попрошу Василису вынести кольца. Спасибо, дорогая. Никита и Ангелина, я попрошу вас обменяться кольцами. Первый жених. Сейчас невеста. Вы официально становитесь семьей. Объявляю вас мужем и женой. Вот сейчас можете поцеловать друг друга. Дорогие гости, громче аплодисменты! Chasing visions of our futures, and one day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. Дорогие мои дети, сегодня волнительный день. В этот волнительный день хочу поздравить вас с этим знаменательным событием. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов, чтобы в вашей жизни все было хорошо, чтобы вы прожили долгую, счастливую жизнь, чтобы у вас были красивые дети, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы никогда друг друга не огорчали, чтобы вы оставались такими же красивыми, такими же жизнерадостными,
любящими, любимыми. Я вас очень люблю, Никита, Линочка, мои самые-самые дорогие. Целую вас. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. And one day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. Вы знаете, как я счастлива за вас и... Действительно, прям переполняются эмоциями, и даже все слова потерялись. Потому что я за вас очень безумно рада, желаю вам долгих лет жизни, чтобы мы через 10 лет отметили также ваше, через 20 и так далее. Ну, дай бог нам прожить, конечно. Я хочу сделать вам подарок, еще один небольшой, как бы поздравление. И, ребят, знаете, что вы в путешествие свадебное можете на нас рассчитывать. Мы поздравляем вас. Линочка, Никита, наши любимые Емельяновы теперь. Сегодня особенный день. Как для вас, так и для всех здесь присутствующих. Он действительно особенный. Сегодня свершилось долгожданное событие. Сегодня вы стали мужем и женой. И мы от всей души вас поздравляем. Искренне желаем вашей новоиспеченной семье гармонии, взаимопонимания, долгих и очень счастливых лет жизни. Будьте самыми счастливыми. Заботьтесь друг о друга, берегите друг друга, уступайте, находите обязательно компромиссы, наслаждайтесь друг другом каждую минуту. Пусть у вас все будет так, как вы мечтаете. Мы вас очень любим и очень счастливы с вами разделить сегодняшнее событие.